закон отправим. Уже эксперты поймут или не поймут, это зависит от того, как вы напишете. И тут, конечно, субъективный фактор играет роль. Когда появится регламент для проектов свыше 500 миллионов, возможность подать документы. Здесь речь идет об особо значимых проектах. Они предусмотрены 550-м постановлением. Но утверждаться их список будет Минцифры на основании решения правительства, президиума правительственной комиссии по информационным технологиям и так далее. Это не наша компетенция, не компетенция РФРИД. Так, Игорь Исаков спрашивает. Я правильно понимаю, что заполнять заявку, справку и презентацию нужно теперь... на ИПГУ. Отдельные файлы не нужны на бланке и презентацию. Игорь, до выхода нового релиза в бумаге вам необходимо иметь заявку и справку, и сканы этих документов вы загружаете на ИПГУ. Презентация загружается в виде файла. То есть вы ее можете презентацию загрузить в PDF. И желательно, чтобы там можно было искать по тексту, тогда проверять немножко проще становится. Если там какой-то оживляж внутри встроен, то можете в PDF загрузить для того, чтобы вы запустили и насладились теми дизайнерскими решениями, движением или чем-то еще, которые вы предусмотрели. Вот. Поэтому отдельные файлы нужны. Презентация на бланке никогда не оформлялась. А, Игорь, у вас вопрос снят, я понял, да, ты читал. Юлия Алешина, скажите, пожалуйста, где указывает номер ранее поданной заявки, когда подаешь новую после доработки? Там отдельно даже написано номер заявки, это поле, оно считывается. Финансирование проекта облагается НДС? Сложный вопрос, нет, именно грантовая поддержка на НДС не облагается, то есть в процессе реализации проекта, возможно, какие-то бухгалтерские артефакты, но я на видели. Петр Васильев, ну, говорил, с ночи 7 на 8 запланирован релиз. Мы анонсируем его для того, чтобы было ясно. Может ли смениться уполномоченное лицо, там, гендиректор в курсе прохождения заявки до момента подписания соглашения? Может. Может смениться, в этом случае напишите письмо в адрес фонда, по той причине, что на момент заявки, подачи заявки, вся информация соответствовала действительности, и она просто поменялась потом по каким-то причинам, жизнь течет, компания развивается, то такую информацию мы можем, соответственно,